Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Дэн, Фуфло, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет, усики. Ну вот и наконец-то вышел обалденный мод на крутые, мощные бомбы, называется G-Warheads. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а у нас тест мощных бомб. Погнали. Я поставил там вдалеке танки, чтобы хотя бы приблизительно понимать, насколько они мощные. 150 миллиметров. Ну, мне кажется, это снаряд, который содержит просто порох и активирует бомбу с дула, чтобы вылетало. Ну, нормально. О, даже танк под... Не-не-не, кстати, немножечко там что-то поразило. Так, другой у нас заряд. Вот уже мощно. Нифига себе, танк загорелся, смотрите. Ого. И что-то там, смотрите, как будто катится что-то. Может... Что это? Это зажигательно было. Давайте еще раз скинем просто подальше в танки туда. О, сейчас четко должен попасть. Ух ты! Так, это только начало, ребята. Досмотрите до конца, потому что в конце здесь будут настолько мощные эпические бомбы, что даже с бессмертием, которое мы себе включили, мы будем в любом случае умирать. Поехали дальше. Мустард гэс. Маленькая. Ну да. Ого, маленькая. А газовая. Это газовая атака. И Тучка, ты такая, ты гороха поешь с кукурузой? Вот так ночью творится. Жопу нельзя делом укрывать. А GM60. Настроение бомба. Не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Ого, а это у нас было GM62. Не такая, что она и слабая. GM62 нуклер. Ой, это ядерная. Придется сейчас карту перезагружать. Давай, папах. Вот это жесть! Пацаны, нормально? Вот это укисло просто в небытие. Там танки, вот дождь из танков. GM64 Харпун. Ой, это какая-то ракета уже. Давайте попробуем в танки запустить. Ух ты. Ух ты! Это было красиво, пацаны, вы заметили? Это было классно. Да. Ничего себе, все сгорело. АИМ-26 Фалькон. Это тоже, походу, ракета. Много ракет будет. Ничего. Хорошо, что я уже натренирован их запускать. Ты, наверное. Но. Вот это попал! Боже, ядерный. Аж полет слетел. У меня жесть. Вот это радиация. Что-то радиация, да, пацаны, кряхтит. Ого, датчик Гейгера, сейчас дым пойдет просто с него. АИМ-7 Спароу. Тоже какая-то ракета. Так, давайте мы так вот повыше и в танки. Ну-ка. Ой, это так и должно быть. Да что ж такое, ну. Да пацаны, подождите, ну накосячил. О, я знаю, как ее можно запустить. Мы ее можем просто вот так вот положить. Да. И запустить. Честно, так как пойдет прям под нас. Куда? Ого, она далеко. Ого, что, аж танк закрутило. Можно так каким-то, не знаю. Так, еще раз, стоп. Мне не нравится, я хочу все-таки попасть в танк. Давай, давай. Вот так вот. О. Ну ладно. Вот это моща, ребята, это всего лишь одна ракета, что она творит? АИМ 9 Сайден Винтер. Ой, а где ракета? Ясоки. Смотрите, какая прикольная. Это прям какая-то, знаете, как будто с истребителя, которые запускаются. Да. Угона ровно летит, четко прям. Хорошо, давайте мы ее в танк направим. Посмотрим, насколько я метко могу попадать в танки. Ну-ка, ну-ка, вот так вот. Ну, чуть-чуть промахнулся, но она слабая. АМ-М64. А вот это же пошли кабанчики. Кабанчики. Далековато кинули в ту сторону. Ого. Ага. АМ-65. Так, надо четко в танк попасть. О, попал. Ух ты! Ребят, я еще нажимаю В, чтобы меня дальше не откидывало. Потому что через всю карту можно пролететь. Так, ну еще танки целые есть, будем дальше взрывать. АМ-М66. Опа. Кабак. Кабака. Б-2000HC. Ух ты, что за кабанюра. Это будет мощно, ребят. Но. Хорошо раскидала. Кстати, радиус не такой большой, но при этом моща дебелая. Ой, вон он, Дэн бегает прямо. Так, Б-60. Дэн, беги, прыгай. Ой-ой-ой, опять мы все летим. О, танки, ловите танки. Мой танк. Вот это жесть. Блю 1. Танки, пока. Ну так. Ну, да, радиус не сильно большой. Блю 82. Дэн, беги. Хорош.
Болт 117. Прикольное название. Болт? Угу. Давай туда. Прям четко. Ого, наш подлетел просто. ГБУ 52. Малышка. Но зато какая, интересно. Кто такая? Ого, смотри! Одна реакция. А, она еще, короче, с этими маленькими бомбочками идет в наборе. Это знаете, как называется? Блин, забыл. Взрывная. Кассетная какая-то, что ли? Кассетная. Понял. Прикольно. ФАП 100. А, маленькая. Сейчас там уже нет? Пишу. Не. ФАП 250. Там еще танк целый есть. А, ну был. И вот еще есть. Так, ФАП 50 просто. Ну-ка. Ух ты. Слабенькая. Чисто поржать. О, ФАП 500. Вот это сейчас будет мощь. Ух ты. Так. ФАП 5000. Давайте попробуем на танк бросить чисто. Нифига себе, кабачура полезла. Ого. Аж искры какие-то пошли. Да, кстати, нормально так разрывается. Газ. Ганистер. Все, я где активирую. Слабенькая. Ну такое. ГБУ 12. О, так. Сейчас лупанет хорошо. Ух ты. Прикольный эффект. Поджигательный такой. ГБУ 28. Ой, а это ракетка у нас уже. А что за дрищ какой-то, что ли? А не, она не летит. Худой. Сейчас посмотрим, как этот дрыщ взрывается. Чего? Дрыщ называется, да? Давайте еще раз бросим. Дрыща. Такое ощущение, что она взрывается как два раза. Ага. Да, два раза. Слышь, эпическая ракетка, мне она нравится. Такое ощущение, что этот пак надо добавить в коллекцию. Потому что весит она немного. Вы видели этот взрыв, этот радиус волны, который расходится по сторонам? ГБУ 32 джедам. Похоже джедай? По названию, но, наверное, будет что-то по-другому. Но... Ого! Ой, красиво, как будто салюты в конце какие-то. Искры так фигачат. Блин, такие ракеты хочется прямо еще раз взрывать. Давайте еще раз лупаним эту бомбочку. Мне понравилось. Классно. Но... Вау, искры в конце эпично сделано. И салютики. Так, ГБУ 43. Ого! Что за... Ну ладно, там уже и нету, конечно, что взрывать, но мне кажется, мы сейчас все умрем. Что за кит? Нет, пока мест нормально. Ну лупанула сильно. Давайте попробуем далеко ее бросить, чтобы оценить ее радиус. Еще завертел. Я бы не хотел оказаться в эпицентре взрыва. Ну, там да. Просто моща. КПУ 52. Ух ты. Вот это что мощное. Ага, ну-ка. За вышку улетело. Ого! Давайте танки поставим, потому что так непонятно, насколько она мощная. Ой, сейчас все разлетится. Ого, аж искры у меня были, что за бред? Это красиво. Это было очень мощно. Гранд Слэм. Ого! Что? Это танк прилетел? Танк все это время в воздухе был. Бросаю я очень далеко. Ну, по крайней мере, как могу. Ого! Что за бас? Давайте поближе ее взорвем. Что за бас-бус был? По ушам. Вы слышите? Ничего себе, она, ребята, так глушит. Мне кажется, в реальной жизни мы бы сразу оглохли бы. Мгновенно просто. Конечно. Хвар. Ракетка обычно. Ничего себе ракетка! Вы видели, что она сделала? Так это танки, это не легковая техника. Джет просто. О, это С4. А, да-да, кидай. Ого, накидается легко. Ого. Ничего себе. Хорошо, давайте поближе взорвем. Ну, такое, не мощное. Импровед радиолокик, какое-то название странное. Радиоактивное, отвечаю. Наверное, да. Ух! Притом все танки вынесло. Вы обратили внимание? Так, а взрыв-то далеко был. Давайте прям рядышком взорвем вот так вот. Классный пак на бомбы, ребята. Мне кажется, что 100% вы должны прямо сейчас лепить лайкосик. И... Бабах, сейчас здоровый давай. Ух ты! Это у нас была М388. М390. Похоже на ядерку очень. Ну это сейчас и будет ядерный взрыв, отвечаю. Смотри.
Нет. А там не было значка радиации. Там, где ядерный значок есть. Ребят, ну что, пошли бончики. Кто досрел до этого момента, вы сейчас будете наблюдать просто эпические взрывы. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, это просто слепо. Ого. Ого, мы в край карты прилетели опять. Тут смотри, танк полетел. Марк Литл Бой. Маленький мальчик. Сел на диванчик, ножку поднял. Унавонял. Я на В нажимаю, чтобы меня в край карты не уносило. Смотрите, просто уносит. И танки унесло, при том взрыв был далеко. Марк 1 Литл Бой. И там что-то еще Султан или что-то там было. Ого, не влазит Султан. Название. Маленький мальчик Султан. Ого. Кстати, прикольно взорвалась, да? Но радиация выпашет капец. Марк 2 Тхмен. Странное название. Тхмен. Это тощий. Ух ты, танки просто в воздухе разбираются сами. Ой-ой-ой, Марк 2 Фэтмен. Я помню эту бомбу с других паков. Ядерная, ой-ой-ой. О, я тоже. Прощайте, пацаны. Там двоечка радиации. Ух ты. Я в край карты в угол залетел просто. Марк 2 Фэтмен Талтен. Это все, прощайте. А, похоже, как взорвалось на то. Марк 5. Это что-то старое. Ой, бомба, стой. Стой, подожди. Не туда. Это старое. Ржавая какая-то. Но взрывается как нержавая. Я уже привык, что нас просто выкидывают на край карты. Марк 5 Салтед. Какой-то там бросил. Сейчас еще разочек будет такое же. Подлетели. Ух ты. Такой цвет необычный, да? МК-77. Ого. Ну радиус не сильно больше, какие-то танки уцелели. МК-81. О, это маленькая. Давайте четко попробуем попасть. МК-82. Хорош, такой звук глухой. МК-83. Четко в танк. Ух ты. МК-84. Ой, четко попал. Ух ты. Это можно наблюдать вечно. No-25. Странное название. Давайте проверим, как они взрываются. О, прикольно. No-50, это будет сейчас радиус побольше. Ух ты! Испугался, если честно, немножко. Поддёрнулся тут на стуле. Номер 80. А ну давай бабах. Сейчас на раз опять откинет. А нет. Блин, ну классно в конце эффект этот смотрится, вообще шикарно. Oil drum. О, бочка. Ах ты, блин, не успел ее бросить. Ну ладно, мы поняли, что это говно. ПБК. А там какие-то и символы. Что за звук? Не знаю, но нам жопа. Он жестко пахнет. Чё себе. Вот это дым с нее чернющий. Р-17, арбуз. Арбуз? Ну так называется. Арбуз. Дима. Лети, ракета. Лети. Дыня. О, слышишь, еще нормально запустил. Четко попал. Это было идеально. И садим-то тоже. РДС First. Это она. Ух ты, за что я в спину себе жахнул? Что я горю? Блин, это что произошло? Я так и не понял. Давайте мы еще раз эту бомбу взорвем, потому что я ее в спину себе жахнул. Ого, белая какая вся. Ого. Я ослеп. Это реально мощь. РДС 220. Ого. Царь бомба какая-то. Нам жопа всем. Прощайте, хорошо. На край. Вот это оно увалило! Привет, а, я, все, мы здесь. Рим 156. О, прикольно смотрится. Эй, ты куда? Запустил вверх. Космос. Ну-ка. На Луну. А, тут очень большой скайбокс. Слышь, я представляю, как это на Земле будет смотреться. Давай. Ну и что? Запускай. Танчики, вы готовы?
Ну и так, мне кажется, и так нам жопа. Да нет, мы думаем, не умрем. А, ладно. Это даже было прикольно, посмотри, как идет взрыв, вот эта волна ядерная. SC-1800. Драфтанк. Хорош, такой цвет был ярко-красный аж. Т-12. Это, знаете, бомбы уже, которые прям сбрасывают с больших самолетов. Это было сильно, я хочу еще раз ее взорвать, только поближе. Прям на танки сбросить. Ну, как-то так. Конечно, далековато, но все равно нормально. И этого хватило тоже. Тае Подонг. Так и называется на самом деле. Эй, ракета, стой. Стой, ракет. Алло, давайте мы посмотрим, как она вверху взорвется. На эти салюты. Тут она дым оставляет за собой. Аж красный, смотрите. Но... Ого, вот этот звук так прикольно. Очень реалистично звук доходит. Он так бахает просто. Ну, сейчас мы это увидим. И узнаем. Ух ты, прям четко сбросил на танке. Там просто пустое место, ничего не осталось. Тейлбой. Скажи, мальчик. Так переводится вроде бы. Давай, Тейлбой, покажи, как ты взрываешься. Я думал, там Хеллбой. Адский мальчик. Тонерите. Краска. Банка краски. Не, что-то не активируется. А, не. Ну, слабенько. Пахло чуть-чуть. Тини Тим. О, вот так вот. Вот. Хорош. ТНТ. Просто динамит. Из Майнкрафта, что ли? Да. Думаем одинаково. Ой, он так прыгает. Слабенький. Слабо. Томагавк. О. Это что она? А, да, это ракета у нас. Крылатая давайте... ракета, походу. Сейчас мы её чётко запустим. Но... Хорош! Что там, что-то осталось целое? Да нет, конечно. Какие-то есть там. Type 4. Маленькая. Угу. Так, вот надо прицеливаемся. Да нет, что-то. Ну так, если огонь разжечь, то пойдет. В там что-то еще. 40Б. Это ядерная, походу. Да, ух ты! Это все, успокойся! Успокойся. У меня же от радиации ноги деревянные стали. Так, WBB. Это будет, ребята, и самые мощные бомбы пошли. Самая мощная! Это сильно! Бомба... А Y1561. Кидаю через всю карту. А, вижу. Уху. Офигеть. Ну-ка. Прощайте. Это реально мощь. Это реально мегалодон. А ну давайте попробуем эту сбросить. Мне интересно, она тоже мощная будет? Такая же. Там до сих пор танки летают. Да? Нифига себе. А, нет, это помощнее будет чем-то. Если понравилась эта серия и этот пак мощных бомб, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.